Тебе опять страшно? Нет, доча, все, спи, все хорошо, спи. Мам. О, привет, дочь. Пойдемте туда. О, сейчас, сейчас. Спасибо, мам, тебе. Ой, ну что ты? Я только буду рада посидеть моей чупуней. Ну, давай, показывай, где у тебя что лежит. Так, мам, смотри. Мам, я здесь закупила вам продуктов на 2 недели. Вам должно хватить. И еще оставлю денег. Ой, ну зачем? Я сама ходила в магазин. Ну, мам, ты же видишь сейчас, какая ситуация. Лучше лишний раз ни с кем не контактировать. Ну, да это проще будет. Хорошо. И здесь я написала напоминалку на всякий случай. Это контакты врачей и список лекарств. Если что, вот звонишь ему сначала, а потом мне. Хорошо? Хорошо. И по поводу лекарств. Так, доченька, пойди порисуй. Значит, так. Это лекарство для сердца чулпон. Здесь все разложено по дням и расписано. Самое главное, не забывай давать, хорошо? Ну, конечно, не забуду. Ну, а ты как? Собрала всю сумму? Почти. Еще немного осталось. Кардиохирурги все в курсе, все готовы к операции. Как только нужную сумму соберу, мы с Чулпон поедем. Я знаю, мам, я знаю, о чем ты хочешь спросить. Я когда вернусь, все тебе объясню. Все будет хорошо. Не переживай, пожалуйста. Доча, у меня плохое предчувствие. Мам, ну ты же понимаешь, я все делаю ради Чулпон. Все будет хорошо, не переживай. Дай бог. Дай бог. Мам, тут мне звонят. Я сейчас. Мне надо ответить. Чулпоня, чего ты тут делаешь? Ух ты, это Мишка. Да, здравствуйте, я слушаю. Как ваш настрой? Я готова. Хорошо, мы уже обсуждали с вами, что этот разговор должен остаться между нами. Да, конечно. В этом я заинтересована не меньше вас. Давайте сразу с вами обговорим все детали. У вас нет вопросов по поводу обсервации? Я вам объяснила, почему мы не сможем провернуть эту схему там. Да, мне все понятно. Вас определяли 6-й корпус, я уже договорилась. Лучше нам лишний раз не контактировать и делать вид, что мы не знакомы. В случае чего я буду вам писать на этот номер. Сумму мы с вами обговорили. Вы будете указывать в журнале цифр меньше, чтобы мы могли принимать своих пациентов. Я буду снаружи, вне красной зоны. Буду принимать пациентов. Вы контролируете все, что будет внутри красной зоны. Но у меня тоже будут уши. Так что я буду в курсе. Ну что ж, я буду рада вас видеть живую. До скорой встречи. До встречи.
Я так и поняла, что любимая розовая. Доча, не переутомляйся и не переживай. Ты соскучиться не успеешь, а я уже приеду. Обещаешь? Обещаю. Мам, звони в любое время суток, если что-то случится. Ну, конечно. Все будет хорошо. Не переживай. Ну, все. Я побежала, машина уже приехала. Но ты будь осторожней, Клэр. Береги себя. Все. Здравствуйте, а Игорь Ташматова? Да. В обсервацию? Да. Садитесь. Вот же семья. Ну, дети есть, да. Дочка есть. Не страшно вам будет? Ну, мы же врачи, нам легко не бывает. Открывайте, открывайте свои. Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Доброе утро. Я Игуль Ташматова. А, пульмонолог? Я старшая медсестра Ульяна. Очень приятно. Мне тоже. Я рада, что у нас будет врач такой высокой квалификации. Спасибо, что вы меня приняли. У вас будет отдельная комната, так что пойдемте, я вам покажу. Хорошо. Вы хотите жить одна или не против с кем-то? Я бы предпочла одна. Вот наш корпус для медперсонала. У вас будет комната номер 17. Угу. Ну, добро пожаловать, располагайтесь. И ровно в 2 часа мы ждем вас в корпусе. Хорошо, я буду. Айгуль, так как вы у нас волонтер, мы определили вас в бригаду из 6 человек. Угу. 2 врача, 2 медработника, 1 медсестра и санитарка. Смена будет длиться 8 часов, остальное время на сон и отдых. Вы должны будете вести списки, фиксации и протокол. Кстати, насчет протокола, пройдемте, я вас познакомлю с Гульнарой Джи. Ну, конечно, 2 врача – это совсем мало, но если будут новые волонтеры, врачи, мы, конечно же, их добавим в бригаду. Ну, у нас у врачей легко не бывает. Вот, Гульнара и Джи, познакомьтесь. Гульнара. Айгуль, очень приятно. Это ланч там. Просто ментарство такое на наследие. Хорошо.
мына әке. Здравствуйте. Біздің балдар. Танышал. Мед братыбыз Болот менен Қуаныч, медсестрабыз Айнура. Очень приятно. Очень приятно. Азыр мен сені протоколмен таныштырып қойын. Ол жерге келіп отырып оқысаң болады. Так, отыра ғой. Азыр біздің ісімен басталады. Елдер айға көп болып отырғандар. Даярданышыңыз керек. Хорошо. Балдар, сіменге кеттік, жүргілі. Ну что, Айгулечки, как вы? Жалла, антибиотик мен дарылангандар дап келіп атпайды. Біздің дарылар жардан бербей атады. Жаңа ғорлының сақырын диабеті де бар тұрбайды. Білмеймін. Тұрық дуалдан тезелі оралға өтіп кетеді ойлаған емеспін мен. Баса мен писек түсіп қойғыдым біле. Дарылардың керекті. Координаторға апарып берші. Азыр керек пе бұл? Ова, азыр керек. Все хорошо. Нужны эти лекарства. Окей, я отправлю запрос. Айгуля, твоя главная задача — выдержать свободные места и писать в журнал наименьшее количество свободных коек. Хорошо. К нам еще поступили 2 пациента. Хорошо. Я поняла. Хорошо.
Привет, доченька. Привет, мама. Мы сегодня испекли яблочный пирог. Я помогала. Молодец. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Я очень много рисовала. И еще мы смотрели мультики. Хорошо. Ты сама как? Устала, наверное? Да. Сегодня было очень много больных. В этих СИЗах все время работать очень тяжело. Да и с этим протоколом какая-то путаница. Отдыхай, доченька. Маме надо отдохнуть, да? Попрощайся с мамой. Ну и нам пора ложиться спать. Мама, пока. Когда ты придешь, мы еще раз сделаем пирог. Хорошо. Спокойной ночи. Я тебя люблю и целую. И я тебе 100 000 000 000 раз. Мам, вы ей даете лекарства? Конечно. Как ты написала все? Хорошо. Ну все, мам, спокойной ночи. Если что-то будет нужно, звоните или пишите мне, хорошо? Хорошо. Отдыхай, доченька. Сожмите мою руку сильно. Ага, вот так. Хорошо. Продолжайте дышать. Все будет хорошо, Эдди. Все будет хорошо, Эдди. Давление измерили? Сатурация? Сатурация в норме, но, возможно, у нее паническая атака. Эдди, смотрите на меня. Сейчас дойдет до пика и пойдет на спад. Продолжайте дышать. Все хорошо, Эдди. Ладно? Поставьте, пожалуйста, капельницу. Хорошо. Вы новый врач в нашей бригаде? Да, я из городской больницы. Вызвался волонтером. Слышал, у вас здесь очень тяжелая ситуация, да? Да, здесь все у нас непросто. Хорошо, что вы пришли. Ваша помощь нам понадобится. Кстати, я Улан. Айгуль, очень приятно познакомиться. И мне тоже. Хорошо, продолжайте тогда. Что свободных коек нет. У меня в машине 2 пациента лежат. Тоже... Что мне с ними делать? Куда я мне с ними ехать? Егор, что мне делать? Это ты? Вы тоже поймите нас. Это я, Улан. Улик, ты что ли? Привет, как дела? Слушай, что за беспредел у вас здесь творится? А, помоги. Сейчас придумаем что-нибудь. У нас совсем нет свободных коек, да? Нет. Ну, мы и от скорой принимаем, и от самих родственников. Пока скорая ехала, тут уже заняли. Ну, куда мне деть 2 пациентов? Что мне можно делать? Можно посмотреть журнал? Ну, давай. Ясно. Тут действительно очень большой поток. Ты уж извини, Егор. Ясно. Ну, ладно, давай. Дело срочное. Обязательно. Не болей пока. Давай. А, Егор, подожди. А? Ты на том же номере, да? Ну да, мой старый номер. Будем на связи. Да. Береги себя. И ты тоже. Удачной смены тебе, старик. Спасибо. Давай.
Окей, успокойтесь, все будет нормально. Все, все, все. Окей, все будет хорошо. Не паникуйте, окей. Не паникуйте, Лен. Все, успокойтесь. Успокойтесь. Все будет хорошо, Бекки. Все будет хорошо, Бекки. Успокойтесь, Бекки. Все будет хорошо. Я не хочу умереть. Вы не умрете, Бекки, у вас все будет нормально. Бекки, успокойтесь, Бекки. Вы не умрете, Бекки, все нормально будет. У вас операция нормальная. Помоги. Успокойтесь, Бекки. Хваныч, срочно кислород. Мне тяжело. Пульс пропадает. Интубируем срочно. Отключаем ИВЛ. Улан, не вини себя. Возраст, и у него была гипертония и диабет. Здесь мы не смогли бы ничего сделать. Если бы у нас было бы все необходимое, он бы еще пожил. Мы могли бы его спасти. Успокойся. Все будет нормально. Айнура! Айнура! Да. Айнура, это очень важно. Тебе надо проследить за координатором. Следить за всем, что она делает. Куда идет, с кем встречается, прям до мелочей. Улан Бекки, а зачем следить мне за ней? Надо. А капельница? Я тебя заменю. Я должен быть в красной зоне. Ты можешь отлучиться, и никто об этом не знает. Хорошо. Угу. Улан Бекки! Улан Бекки! Улан Бекки, так, садитесь сюда. Садитесь. Улан Бекки, что с вами? Что случилось? Все хорошо, Улан Бекки, на меня смотрите. Улан Бекки. Давай, кушаться. Так, Улан Бекки, успокойтесь, пожалуйста. У вас признаки переутомления, вам нужно отдохнуть и пить побольше жидкости. На меня смотрим. Спокойно. Все хорошо? Успокоились? Дышите. Твоя помощь. А, минуту, мне надо кое-что проверить там. Алло, да, это скорая. Сколько свободных коек у вас есть? Так, сейчас проверю. У
нас две свободные койки. Хорошо, спасибо, две свободные койки. Хорошо, я вам позже перезвоню. До свидания. Алло, Улик? Они сказали, что у них есть две свободные койки. Ага, понял, спасибо, Егор. Ага. Да без проблем. Давай, пока. Ага, пока. Спасибо. Пока-пока. Ага. Вот фотографии. Координатор весь день была на месте. Ну, к ней подходили родственники, они о чем-то беседовали. Она ведь, кроме этого, куда-то уходила? Да, один раз. Я увидела только, как она уходит. Это был Кубрик Айгуль. Ясно. Мне сказать Гульнараджи? Нет, не надо. Я сам решу этот вопрос. Помогите! Помогите! У нас тяжелые, все в порядке! Помогите! Он мой единственный сын. Помогите, пожалуйста. Я здоровый, подушку. Я заплачу любую сумму. Пожалуйста. Только побыстрее. Ребят. Как зовут вашего сына? Айбек. 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 Хреново выглядишь. Спасибо. Здесь у меня рапорт и заявление. Ага. Надо в прокуратуру отдать. Ага. Значит, ты разобрался, нашел виновных? Да, нашел, к сожалению. Слушай, старик, мне надо ехать. Давай, потом все расскажешь. Обязательно. Спасибо, Егор. Ага. Я все передам в прокуратуру. Мы сегодня Лану не видим. А, да, его с утра не было сегодня. Да, вообще, в последнее время он себя неважно чувствует. Недавно в обморок упал. Да? Угу.
Улан? Улан? Улан, что с тобой? Улан? Куаныч, болот, Улан без сознания. Срочно все сюда. Улан, Улан, дыши. Дыши, дыши, дыши. Улан, слышишь меня? Дыши, 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 дыши. Так, ребята, ну где вы там? Дыши, Улан, дыши. Помогите мне его поднять. Ага. Переложите на кровать, осторожно. Переворачу. Поднимай, да, да. Дайте мне, пожалуйста, пластырь. Улан, Улан, дыши. Видимо, от переутомления сознание потерял. И когда пришла, у него пульса не было. Улан, Улан. Скажи мне, зачем ты это делаешь? Я не горжусь тем, что я делаю. Но жизнь моей дочери важнее. У меня есть дочь. У нее порок сердца. Нужна операция. Я написал заявление в прокуратуру и рапорт. Прости, я не знал об этом. Это уже не важно. Я уже накопила нужную сумму. Операция состоится, и моя дочка будет жить. Что будет со мной, уже не имеет значения. Конечно, имеет значение. Ты должна быть рядом со своей дочерью. Я напишу встречное заявление, мы все расскажем, они должны понять нас. Я сделаю все возможное. Сделай все возможное, чтобы поправиться. Вот и все. Я пришла с вами попрощаться. Рахмат сала. Сендей врачтар керек бізге. Спасибо. Айгуледе. Берегите себя. Вы тоже. Очень жалко. Очень приятно было с вами поработать. Мне тоже. Ну? Ну, пока. Ну, давайте, Айгуледе. Давай. Приятно было со всеми с вами поработать. Надеюсь, еще увидимся. Давайте, берегите себя. До свидания.
Привет. Ты уже собрала вещи? Ну да. Благодаря тебе меня отстранили. Я написал встречное заявление, но там мне ответили, что процесс уже запущен. Я ж такой молодец. Отправил фотографии с твоей подписью. Не вини себя. Слушай, я хочу помочь тебе. Если что-то случится, и ты не сможешь быть рядом с своей дочерью после операции и в дальнейшем заботиться о ней, я могу заботиться о ней. Пожалуйста, не отказывайся от моей помощи. Все будет так, как будет. Добрый день. Я Гульта Шматова. Да. Пойдемте.